Вань, пару слов о матче. Матч был тяжелый. Две команды, и мы, и они бились на равных, в принципе. У нас просто было, как сказать, наверное, больше желания победить. И где-то, может быть, по-футбольному мы превосходили их. А в борьбе они нам как бы уступали, но немного. Вышел сегодня в старте, забил. Какие ощущения, какие эмоции? Да, в принципе, нормально все. Главное результат команды, а не то, кто забил.